некого климата и роста, скажем так, негативных настроений, снижения потребительских возможностей населения. Это на самом деле создает в обществе эффект неких нервозных ожиданий. А у меня две дочери, я хочу, чтобы они жили в богатой, счастливой стране. А, к сожалению, вот именно вот это вот, то, что сейчас происходит с экономикой, но и в том числе с обществом, которое, конечно, следует, оно зависит от экономики. К сожалению, все идет к ухудшению, усложнению обстановки. Изменений в нашей сценарной программе я не вижу. Вот у нас в ближайшее время все пока что видится мне так, как было, а с учетом того, что идет некое сжимание экономики, ну, она и будет дальше сжиматься. Ну, в том числе и санкции. Я хочу напомнить, что мы звено в международной экономической цепочке. И если нас вырвали из этой цепочки, будут проблемы, конечно, и они у нас есть.